Привет, мои хорошие. Еду в МФЦ оформлять выплаты за рождение ребенка. Не знаю, еще какие выплаты, по каким я пройду. Я что-то вообще не знаю, девчонки. Вчера мне распечатали для работающих и для неработающих, какие бывают выплаты. И вот сейчас посмотрим, на что я рассчитываю, вам потом расскажу. Жара на улице неимоверная, просто капец какой-то. Сейчас 11 часов 30 градусов. На сегодня 34-35 в тени. Фу, в машину села, как в печку. Ну, в общем, сейчас посмотрю, что там с выплатами, вам расскажу. Я знаю, у меня есть беременные девочки, которым эта тема актуальна и интересна. В общем, ничего не вышло. Нужно было брать свидетельство о рождении первой дочери, я его не брала. Что-то мне вчера об этом не сказали, и я его не взяла, чтобы доказать, что это второй ребенок, и получить выплаты. Пока две выплаты без справок о доходах можно получить. Это федеральная, она сказала, что-то около 13 тысяч, 12 с чем-то, по-моему. И наша городская, тульская, это 2500. Вот, имейте в виду, это без справки о доходах, просто вот с документами, да. Если второй ребенок, опять же, если первый, не могу сказать, девчонки. Я записалась на четверг, на 10 утра. Поедем с вами вместе, опять расскажу потом. И зато съездила, поле сделала. Но пока временное дали, потому что надо уже записываться, да, по врачам ходить в месяц. Это капец. Сейчас МЧС даже прислала сообщение, что в ближайшие 3 дня температура 33-37 градусов. Будьте аккуратнее выходить на улицу. Ну, это пипец. Сейчас время без 15 час. С меня 7 потов уже сошло. Все, пошла домой. Всем привет. В продолжении влога покажу вам свои небольшие покупочки по Магнит Косметик. И будем с вами очищать кожу. Потому что сейчас неимоверная жара. Я попила кофе, у меня 7 потов зашло. Просто. Я уже вся блещу. Я еще не умывалась. Сейчас будем вместе с вами умываться. Я хочу... Так, сейчас покажу, что купила Магнит Косметик. Ну, там по мелочи вот это все. Брэд, унитаз, туалетная бумага. Там сейчас хорошие акции. И купил две маски. Вот это моя самая любимая. Это Агафья. Банька Агафьи, экспресс-маска для лица освежающая. Она действительно освежает вот на жару, девчонки. Прям вам искренне рекомендую. Сейчас Магнит Косметик, она стоит 89 рублей. Она действительно освежает, там много ментола, еще слегка пощипывает, но эффект обалденный. И немножко сгоняет отеки с лица. Потому что девочки мне в комментариях писали, как вы сейчас в жару боретесь с отеком. У меня нет отеков. Так, ну вот это вот сгоняет, когда бывает. И первый раз взяла голубую очищающую вот такую баньку Агафьи тоже. Голубая очищающая маска на основе на васильковой воде. Мальва, голубая глина, овсяное толокно, васильковая вода. Без СЛС-парабенов эти масочки удобно. Вот это дороже, почему-то моя любимая, она дешевле всего сейчас, 89 рублей. Вот это, по-моему, 90 с чем-то под 100. И другие еще два вида есть в этой серии, они вообще 109. Не знаю, почему так. Так, сейчас будем очищать с вами лицо. Буду рассказывать вам, как съездила в МФЦ и доформила выплаты. Буду очищать роллинг-гелем для очищения пор, вот этим Faberlic Expert. Потому что жара, у нас сейчас 35 в тени. Это капец просто. Ночью лицо потеет, в течение дня потеет. Обязательно нужно хорошо очищать, чтобы не было никаких высыпаний, проблем с порами. Так, я наношу пока скаточку. Особенно если у вас жирная кожа, склонная к высыпаниям, проблемная. Очищение обязательно этап. По пигментным пятнам, девчонки, смотрите, почти неделю, не почти, а неделю уже пользуюсь на постоянной основе Доктор Кор. Да, я не могу сказать, что они стали лучше. Они сами по себе потихоньку светлеют у меня, потому что гормональный фон меняется, да, а у меня не именно, но на гормональном фоне, на изменениях гормонального фона вылезли. Вот, поэтому у меня солнце никак не влияет на всю эту ситуацию, потому что я загораю без СПФ. Я знаю, что моя кожа не склонна к появлению пигментных пятен именно от солнца. То есть вот сколько мы были сейчас на пляжах, на прудах, я не пользовалась СПФ для лица. И то есть они хуже не стали. Да? Но и благодаря этому крему лучше пока, ну, в принципе, тоже. Постепенно, конечно, ситуация улучшается, но ничего особенного. Ой, в глаз попало, вот надо же. Так, скаточкой прорабатываем, очищаем кожу, наши поры как следует. В общем, съездила я в МФЦ вчера оформлять выплату федеральную и региональную за рождение ребенка. Я вам уже говорила в предыдущем влоге. Федеральная где-то у нас 13 тысяч получается, а региональная у нас по Туле 2500. Вот. В прошлый раз я не оформила, потому что у меня не было свидетельства о рождении первой дочери. В этот раз сажусь тоже. Простояла, записано на 10, и без 10-11 я только зашла. Только позвали, назвали мой номер. Это, конечно, капец. Это капец, потому что маленький ребенок дома. И с папой.
И я вот этим всем занимаюсь, 50 минут я просто так там стояла. Это не айс, народу тьма, невозможно просто. Вот. Ну и в итоге девушка мне говорит: ой, а что вы не привезли еще на второго ребенка, то есть на старшую дочь, на Ксюшу, СНИЛС? Я говорю: мне не говорили. Я в прошлый раз, 2 дня назад пришла, и девушка мне сказала, что мне нужно только довести свидетельство о рождении второго ребенка и реквизиты банка, куда перечисляют деньги, счет. Вот. Я это и сделала. Говорю: ну, у меня все документы есть как бы в телефоне, сфотканы. Есть фотография. Да, она пошла на уступку. Ой, ладно, хорошо. Хотя до этого девушка на уступку не пошла, потому что у меня была фотография Ксюшиного свидетельства о рождении. Да. Это пошла, ну, слава богу. Вот, все хорошо. Оформила. Оформила. Остальные выплаты, они у нас считаются с учетом доходов. Так, девчонки, сейчас. Если знаете, что хочу, вот этой фаберликовской мочалкой по лицу пройтись. Я еще на лице ее не пробовала. Она у нас заявлена для дела и лица. Мне интересно сейчас вот так вот прям. Вот. Все остальные выплаты, они у нас с учетом доходов. И тут уже нужны справки о доходах вашей и супруга. Но я думаю, мы не пройдем по этим выплатам. Но я посмотрю, потом посчитаю. И еще можно оформить выплату за питание. То есть, если вы находитесь, блин, в класс попала, на смеси или смешанном вскармливании, то у педиатра, у своего, можно взять справку об этом, и вам тоже в МФЦ оформят выплату, что вы находитесь... Ой, за питание. У нас в Туле где-то 600 рублей. Так, все, лицо красное, смываем. Теперь наносим маску. Сколько у нас ее держать? Содержит натуральные компоненты. Так... Способ применения. Нанесите маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Через 10 минут смойте теплой водой. Наносим. Первый раз пробую, но вообще мне вот эта вот маска от Агафи, да? Экспресс-маска вообще крутая. Но она глиняная, походу, такая, смотрите, светло-голубая. Сейчас попробуем. Застынет, интересно, нет? Консистенция такая, как у сметаны. Чего у меня тут? Господи. Так. Для лица, кстати, вот эта мочалочка тоже такая жесткая артиллерия, знаете, это прям очистится глубоко. Но мне вообще она понравилась. Неплохая. Цену свою оправдывает. Потому что, вот, допустим, вот я покупала Магнит Косметики, я вам показывала вот эту мочалку. Она не жесткая по факту, хотя кажется вроде, что жесткая. А нифига, она не скрабирует. А вот это действительно скрабирует, поэтому круто. Я давно не делала, кстати, очищающие маски. Глиняные вообще очень-очень давно. В основном увлажнение, питание были в обиходе. Потому что кожа не жирная. Я как-то к таким средствам и не прибегала. Подсушивать ее не подсушивала. Но сейчас в такую жару хочется вот именно чего-то такого. Хотя я с удовольствием бы сделала и освежающую. Она вот вообще самое оно. Так. Все, сегодня, может, поедем сейчас к вечеру опять куда-нибудь покупаться, потому что дома находиться невыносимо. У нас кондиционера нет. И это просто капец. Сейчас, наверное, в течение дня мелкую. Вчера у меня старшая залезла в ванну прохладную днем. Сейчас, наверное, и мелкой прохладненькую такую сделаю, градусов 36. Вот. И днем покупаю, потому что потеет, подничка появляется. Вроде покупаемся, как бы все проходит, тельце чистое, но в такую жару, конечно... Самый тонкий бодик одела. Одежду тоже совсем не могу снять, да, и оставить ее голенькую, даже без памперса, на пеленке, потому что, когда она начинает капризничать, ее надо брать на руки от моего тела. Естественно, нам с ней становится жарко, да, хотя я на себя пеленочку вот так постелю, муслиновую положу, ее возьму на ручки, да, все равно нам друг от друга жарко. Поэтому не вариант голой оставлять, когда она в одежде, хотя бы мы телами не соприкасаемся с ней, и не так уже жарко. Так, ну все, буду ходить в масочке, потом вам покажу, засохла она, не засохла, интересно. И по эффекту, потому что в Т-зоне поры уже расширились. Ну что, маска не засохла, она так и осталась. Такой вот, видите, мягенькой какой-то. Свернулась, что ли, как сметана. Местами подвпиталась. Хотя я ходила, мне кажется, минут 20. Сейчас буду смывать, посмотрим, как поры себя повели. Мне кажется, немножко такой осветляющий эффект есть. И поры чистые. Действительно чистое, все лицо хорошо очищено. Голубая глина все-таки это вещь. Тоник, который сейчас люблю применять, это NFW от черных точек. Вот этот. Потому что там
то ли мята, то ли ментол в составе, и он немножечко так холодит на какое-то время, освежает действительно. Конечно, если сильная жара, ничего вам не заматирует, ничего вам не поможет, но тем не менее, хотя бы так облегчить ситуацию, лицо в течение дня протереть. Если жирная кожа, у вас крем лучше всего Фаберлик матирует кислородный баланс дневной. Но опять же, если сильная жара, все равно лицо будет потеть. Здесь вот прям холодочек такой ментоловый по лицу, вообще кайф. Тоником протираемся, да, очищаем лицо. И дальше буду наносить крем от пигментных пятен Dr. Cor, потому что я его тестирую, и мне, в принципе, на день нормально. Он когда впитается, как бы все хорошо. Жирный блеск, он возникнет сейчас в 35 в тени с любым кремом. Вот. Все-таки хочется его протестировать, чтобы хотя бы в обзоре каталога вам уже точно сказать результат. Классно так холодит. Так что вот этот тоник из Фаберлик именно, да, вот я вам рекомендую на лето прям вообще. Все тоже надо в запас взять. Так, и кремушек от пигментных пятен. На губы зачем, непонятно. Надо попробовать, знаете, какого хочу, плотным слоем. Вот именно на пигментное пятно. Вот так как хочу попробовать. Но не сейчас. Сейчас просто некогда. И оставить. Вот именно на пигментные пятна плотным слоем посмотреть. Может быть, вот так будет результат получше. Посмотрим. Так. Как крем, он, в принципе, неплох. То есть, с ним лицо на утро и в течение дня выглядит достойно. Но вот что касается пигментации, может быть, если оно... Хотя нет, у нас же эта серия заявлена в период гормонального старения. То есть, мои гормональные пигментные пятна, они тоже должны поддаваться этому крему. Посмотрим. Все-таки неделя для таких продуктов маловато. И попробую еще плотным слоем. Ну все. Вот такой уход у меня на лето. Сейчас пока вот так. Кремушек уже, в принципе, практически впитался. Если я сейчас не пойду на солнце, но нормально все. То есть все достойно. Никакого блеска, видите, нету на лице. Все отлично. Поэтому мне нравится им пока пользоваться и на день, и на ночь. Заодно на пятнышки посмотрим. Приехали мы в Барсуковский карьер. Вода, парное молоко вообще. Мне кажется, теплее даже, чем температура воздуха. Никогда такого в пруду не видела. Там лежит папа с малышкой. Мелочь купается. Необыкновенная вообще. Мне кажется, градусов 27 водичка. Просто супер. 23 метра здесь нигде нету. При всем желании. Глубина 23 метра. Ой, я ракушку еще одну нашла. О, какая. О, как. Я иду к тебе. Даже первый заход, блин, она горячая. Она реально горячая. Вот я зашла в воду. Здесь очень мелко, она реально горячая. Холодная, она горячая по сравнению с воздухом. Вода просто горячая, кайф. Нет, она холодная. Внизу идет. Ну, внизу подальше, может быть. Здесь мелко, вот даже там, где она еще, наверное, будет стоять. Здесь мелко и круто. Мы бы съездили туда подальше, там. Народу побольше, много кто шашлык жарит. Покажи, туда прям на машине доехали. Но там спуск, и нет песочка. А здесь песочек. Вон он под деревцем, песочек. Держи, можно все, поиграться. Пишите. Держу твою ракушку. Передай всем привет. Привет и пока. Скажи, лето это кайф. Особенно в такой горячей воде. Можно ребенка вообще не вытаскивать. О, на спине, молодец, вот учись. Расслабь шейку. Шейку расслабь. Я научилась... Мне кажется, плавать лет в 9 именно на спине. А я в миллион. Причем меня учил папа. Но у меня так не получилось. Я еще тонуть начала, когда он меня учил. А моя первая учительница начальных классов как раз была на пляже, на реке Оке, помню, в Алексине. И она меня положила на спину и научила. И я поплыла, и потом поплыла уже по-нормальному. Мелочи умеет купаться. Почему она в нарукавниках? Ну, во-первых, мы в основном смотрим за мелким ребенком, да, с папой по очереди, и чтобы она не утонула на всякий случай. Так она плавать более-менее умеет, но в основном под водой. Мы когда ездили на море, она плавала под водой. То есть голова под водой, она плывет долго. А если голову вытаскивать над водой, все, уже у нее какой-то ступор. Купаться. Иди купаться. Посмотрите, девчонки, какое небо. Вообще просто класс. Правда, с одной стороны у нас тут туча, но дождя не обещается. И кайф есть в том, что солнышка нету. Не обгорят хоть мои. А то у меня в прошлый раз, первый раз поехали, крем никакой не взяла. Хотя и поехали уж после обеда, плечики и все уж сгорели. Вот.
И здесь мало народу, очень мало. Не знаю, почему мы поехали когда дальше. Сначала там прям полно, а здесь вообще очень мало. Сейчас покажу вам небо, перистые облака. Такая красота. Вот так я сейчас люблю. Ну, потому что ребенок маленький, когда тихо, спокойно. А завтра мы пойдем на день рождения отмечать любимой моей соседки на природу. Хотели, конечно, когда ем, потому что завтра 32 градуса тоже, но не получится, нас много. Никто не увезет. Нет столько машин. И... Я себя снимаю, а не тебя. Вот ты мне нужен. Застеснялись уже. Муж встретил знакомую, потому что раньше здесь жил в Бурсуках. Девчонка с ребенком тоже. Хватит, говорит, снимать. Стоит, болтает. Думают, я их снимаю. Вот. И пойдем мы рядом с домом завтра на шашлыки. Конечно, жара, и ближе к вечеру мы пойдем, они чуть-чуть пораньше, мы с ребенком ближе к вечеру. Вот. Хотелось на водоем. Вот меня уже посещает мысль, может, надо все-таки вызвать газели, поехать сюда. Здесь классно, вообще народа нет. Нет, такие тучи ходят, но они мимо. Мимо, надеюсь, мимо. Но мы ненадолго, потому что сейчас уже сколько? Почти 8 вечера. Самый кайф. И от воды такое испарение сейчас идет. Потому что температура воздуха, мне кажется, уже прохладнее, чем температура воды. Просто парное молоко. Я сколько вот лет купаюсь в этих прудах, да? Никогда такого еще не было. Кайф. Но он обмелел. Он сильно обмелел. Кто тульский, тот знает, что Бурсуковский карьер раньше был глубоким. А сейчас обмелел. И поэтому здесь очень мелко. Наверное, вода, конечно, прогревается быстрее. Докопались до мокрого песочка, да? Докопались. Ой, какие у вас красивые. А, вы залили, водичку принесли, полили, да, чтобы лепилось? Да, вот сейчас логика. Мы тут теперь окушки собираем для наших куличиков. Красота какая получается. Угу. Тут камешек стоит посерединке. Обозначено, что мы сделали сами куличики. Здорово, когда песочек есть. Да? Угу. Угу. Еще кое-что одно нашла. Какую большую нашла, смотри. А там нет, да? Это можно подкопать. Ай-яй-яй, немного будет. Ты тоже бутри, и твой будет еще. Ой, какая красота получается. Можно еще цветочками украсить. Вон цветочки, клевер есть. Вот испарение от воды, прям туманчик. Так здорово. Вечереет. Вообще красота. Такие вечера я люблю. Кругом шашлыки, вон дым, дым, дым. Народ тут с палаточками.